8 часов в столице Казахстана. В эфире утренний информационный выпуск. В студии Лунара Бекбусинова. И Тимур Сапар. Доброе утро. Тимур, прежде чем мы начнем, пора отпусков, сезон летний. Ты не готовишься к отдыху? Слушай, да, готовлюсь, но, правда, еще не разобрался и не понял, куда я хочу и как его провести. По направлению? Здесь, да. Знаешь, на помощь идут, конечно же, турфирмы, туроператоры, но будь осторожен, потому что на 200 миллионов тенге обманули казахстанцев мошеннические турфирмы за 2 года. Это период с 2018 по 2019 годы. Такие цифры озвучили в корпоративном фонде «Туристы Камкор». Данные за этот год в организации не сообщили, так как подсчет суммы ущерба только ведется. При этом лже-турфирмы с начала сезона отпусков только активизируются. Как не попасться на удочку мошенников, выясняла Полина Зачиналова. Такую обстановку ожидала увидеть Малика Ермеккызы. Год назад девушка вместе с семьей решила провести выходные на природе. В Инстаграме нашли аккаунт, рекламирующий популярный вид отдыха – гэмплинг. Предлагали проживание со всеми условиями в модульном доме. Связались в WhatsApp с администратором и отправили предоплату – 27 тысяч тенге. Зона отдыха якобы находилась в селе Короткел, вблизи столицы. Утром рано мы приезжаем, а там ничего нету. Там стоял какой-то домик, мы зашли, спросили у жителей. Они говорят, что никаких кемпингов нету и никакой базы отдыха. И что за утро уже 3 человека так приезжали до нас. И они также говорили, что они заплатили предоплату. Ну, сначала мы спрашивали, где вы находитесь. Тут нет никакой местности, и они нам переотправляли этот адрес. И позже они вообще исчезли, то есть вообще никакого контакта не было. Аккаунт псевдогэмбликов в Инстаграме до сих пор существует. Но, по словам девушки, контент полностью обновился. Старые публикации удалили, сменился и никнейм. Сейчас комментариев от пользователей под постами нет. Номер в шапке профиля тоже недоступен. Настораживают и истории, и репосты отзывов якобы довольных клиентов. Однако личные страницы гостей не отмечены. Я заходила, ну, там живые люди, живые отзывы были. Ну, переписки можно, наверное, подделать, но... Вот то, что меня подкупило, то, что там были репосты живых людей. При планировании отдыха доверять нужно только проверенным туристическим компаниям, объясняют эксперты. Они обязаны получить лицензии для предоставления услуг, то есть работать в рамках закона. А для открытия небольшого турбизнеса никаких подтверждающих документов не нужно. Это и развязывает руки мошенникам. Вот поэтому необходимо проверять не только наличие инстаграм-страницы, перепроверять наличие аккаунтов в других навигационных системах. Необходимо требовать также документы, удостоверяющие наличие данного отеля или глэмпинга. И необходимо удостовериться, что среди тех, кто оставляет отзывы на инстаграм-странице, есть как минимум ваши знакомые, знакомые ваших знакомых. Для ведения такого бизнеса предпринимателям необходимо работать с официальными туристическими компаниями в интересах агентов, имидж организации для продажи их продукта. Но в случае сотрудничества прибыль, конечно, придется делить, говорят специалисты. У нас, к сожалению, сейчас нет правильных взаимоотношений между компаниями и субъектами бизнеса. Вот эти вот все инструменты, которые, кажется, доступны и близки, они сбивают с толку собственников, и они стараются сами вести продажи в интернете. Но это означает, что они наравне, ну, этим жулики и пользуются, грубо говоря, понимая, что вот на этой жадности, на этом неправильном способе ведения бизнеса, на этом как бы очевидном преимуществе. Чтобы клиенту не попасться на удочку мошенников, необходимо в первую очередь требовать договор у владельца бизнеса. Оплата должна подтверждаться приходным кассовым ордером. А еще внимательно изучать рекламный аккаунт у турорганизаций и не поддаваться красивой картинке. Полина Зачиналова, Руслан Алиев, 24 КИЗ. Да, очень серьезная тема, и поэтому мы сейчас попросим вас очень тщательно прослушать интервью, которое планируется прямо секунду на секунду. Да, о чем мы сейчас и поговорим, о том, как не испортить свой отпуск, нам расскажет Жанара Кендербаева, юрист-медиатор, член юридической палаты «Зангер». Жанара Маратовна, доброе утро. Приветствуем. Вы видели сюжет, мы тоже готовимся к отпуску, вы, скорее всего, также. Вопрос, как часто к вам обращаются с жалобами, что их обманули, что они попались на удочку мошенников? И если есть какая-то карта географии, то внутренний туризм, это по каким территориям, что больше продают мошенники?
Да, сейчас тенденция есть такая, что в основном казахстанцы наши в большей степени отдыхают по Казахстану, по нашим, за пределах Казахстана, да. И многие мои клиенты обращаются с такими вопросами, что, получается, бронируют они, например, люкс-класса, а приезжают, получается, что определяется стандарт-класс, да. Мошенничество может быть уже на стадии бронирования. То есть, если предполагается ранее бронирование, клиент предполагает, что он забронировал определенный, например, номер, где, например, две кровати и дополнительная кровать для ребенка, да, но ближе уже к приезду, то есть к отдыху, к ним обращается та же гостиница, да, например, либо отель, и говорит о том, что бронь будет просто на стандартный номер, то есть при приезде уже нужно будет делать дополнительную доплату за дополнительную кровать. И это в основном часто такая тенденция вообще у нас и по Казахстану, но по загранице в основном как бы больше, например, направление Кении сейчас, вот регион Кении, где тоже также могут обманывать, то есть предполагают одно, например, одни условия, ожидание реальности, угу. Да, а приезжаешь, когда получается совсем другое, при этом клиент остается недоволен, и с этим он после того, как приезжает, начинает обращаться, то есть к юристам, вот. Ну и юристы в основном всегда говорим, что у клиента, если он видит уже какую-то разницу, да, по своим денежным средствам, которые он оплатил ранее, нужно будет желательно какие-то подтверждающие документы, либо факты о том, чтобы видеосъемка, да, фото, обязательно, чтобы была, например, обратиться с заявлением, да, в ту же турагентство, например, ту же компанию, которая предоставляла, либо сам отель, то есть уже чтобы были заявки какие-то, чтобы потом можно было их предоставить в судебном порядке. Ну, с видеоконтентом все понятно. Все мы с телефонами, отпуск точно запечатлеть сумеем, да. Хотя бы в сторис какие-то кадры останутся. Единственное, если моим вопросом полностью занимается туроператор, он бронирует, все это на нем, то в дальнейшем у меня нет никаких договоров, нет соглашений, никаких, ну, максимум перевод в онлайн-формате, чеки какие-то. Этого достаточно, чтобы доказать, что мне не предоставили услугу, сервис, качество? По факту я-то там отдыхала? Да, по факту вы отдыхали. Также вы оплатили денежные средства, да, сделали расчет. Но опять же, это нужно будет доказать, что именно этот... Вы же некоторые, например, турагентства, либо они не предоставляют конкретный расчетный свой счет, да. Они могут сказать, что перечислите деньги на какое-то физическое лицо. Поэтому в этом плане нужно обязательно подстраховаться. Нужно желательно попросить именно, чтобы вам выставили счет, например, да, на ваш номер Каспи, к примеру, либо откуда вы будете платить, с какой банковской карты, чтобы вы определенно знали, куда вы будете делать оплату, то есть чтобы расчетный счет желательно соответствовал с тем туроператором либо турагентом, который вам будет предоставлять данную услугу. Желательно делать так. Еще раз, что мы должны запросить у туроператора? Чтобы они вам желательно выставили счет на ваш банковскую счет, на банковскую карту или расчетный счет. Не переводим сами, да, запрашиваем. Желательно, да, чтобы это было. А есть ли в стране список добросовестных туроператоров и так называемый blacklist, где нет добросовестные, где явно мошенники уже. Ну, такого, наверное, официального списка нету, но, значит, желательно, конечно же, читать отзывы. Отзывы клиентов и людей, туристов, конечно же, есть определенные форумы, чаты, да, где туристы между собой делятся. Но о любом туроператоре, либо о каком-то путешествии, которое они посетили недавно, можно будет узнать любую информацию. Мне кажется, самая достоверная информация – это отзывы, ну, туристов. А мы только что проговорили до сюжета, что 200 миллионов тенге, это за 2 года, мошеннические турфирмы на эту сумму обманули казахстанцев. Mm-hmm. За этот год есть какая-то статистика примерно? За этот год, да, за первое полугодие, вот 2024 года, судебная практика показывает, что около уже 30 исков подано от клиентов, которые... Пострадавших? Да, пострадавших. На какую примерно? Ну, примерно на 100 миллионов сумму возврата уже сделано, да. Помимо этого еще нужно забывать, что есть медиация, то есть не обязательно в судебном порядке, можно выйти на судебное урегулирование, досудебное урегулирование, где можно будет решить данные вопросы, которые сэкономят ваше время, то есть туриста, да, клиента, и также же в денежном плане тоже это будет экономно.
можно прийти к обоюдному согласию и решить эти вопросы спорные. Да. А вот Жанар Маратовна и Тимур, хочу у вас спросить. Скорее всего, вы тоже вылетали, есть в практике, и когда вы вылетаете, вам туроператор обязательно рекомендует оформить страховку. Да, помимо этого, дополнительная виза на месте. Вот где мы можем отказаться? И где это прям необходимо? Эффективно ли на деле работает страхование? Тем более, да, когда действительно ты в другой стране. Работает ли вообще страховка? В другой стране страхование, конечно же, страховку обязательно нужно делать. Можно будет делать либо со страховой сертификат, либо же, если нужно будет, то нужно будет делать страховой полис. Конечно же, страховые полюса, они защищают казахстанца от разных бед, которые случаются именно в путешествии, да. Но, например, какие-то определенные моменты, например, если у вас будет солнечный ожог, да, или что такое, страховка это, ну, не естественно, покрывает, не да. покрывает. Но определенные, например, если же вы в отеле поужинали, покушали, пообедали, да, и у вас вышло какая-нибудь, ну, недомогание, да, то есть мы можем обратиться по страховому полису, чтобы нам оказали первую медицинскую помощь. Поэтому я советую, что страховой полис, либо страховую страховку нужно делать. Угу. Резюмируя вкратце. 3-4 тезиса, топ-3, может быть. Да, чтобы не испортить себе отпуск, особенно наши казахстанцы, которые готовятся, изначально, как правильно выбрать оператора, на что обращать внимание и в дальнейшем, как действовать, если вдруг все-таки сервис не оказан? Конечно, нужно будет делать аналитику, анализ делать, прежде чем выбирать туроператора, либо турагента, это нужно будет в Инстаграм проделать, посидеть часами, то есть нужно будет посмотреть, что сайт действительно он актуален, посмотреть обязательно нужно на сайте, когда сделана первая публикация, то есть потому что накрутить подписчиков можно за день, за два. Первую публикацию, если вы посмотрите, когда она сделана, в каком году, в каком месяце, то есть вы уже определенно будете знать, что данный сайт, он работает. Естественно, сайта должны быть активны ссылки, то есть ссылки должны активны и на WhatsApp, да, контакты какие-то. Далее обязательно на карту, где находится место расположения данного. Если отключены, например, комментарии к определенным публикациям, да, то есть тоже это вызывает какое-то сомнение. Естественно, нужно также понимать разницу. Если вам предлагают, все равно мы же уже как бы все умные, мы делаем какой-то анализ, понимаем цены, да, определенные, туда, куда мы собираемся выезжать. Да. Если цена ниже, соответственно, то это опять же вызывает какое-то сомнение. Да. Если, например, опять же вернуться к внутреннему туризму, да, то, что у нас тоже казахстанцы очень часто сейчас выезжают, Туркестанская область, ну, часто спросом пользуются, нужно обращать внимание на то, что предоставляют кемпинги. Опять же, да, в Инстаграм заходишь, очень все красиво. Нужно смотреть, что фотографии были живые. Желательно прозвонить, например, созвониться с руководителем, да, данного кемпинга, попросить, чтобы сделали видеообзор. Ну, реальный видеообзор того дома, гостевого дома, который вы собираетесь бронировать. Либо же задавать дополнительные вопросы, какие близлежащие местности находятся. То есть мошенники, они на такие вопросы вам не ответят. Не будут знать там поселки, которые рядом находятся. То есть по разговору можно будет определенно составить для себя уже понятие о том, то, что мошенник это, либо нет. То есть тщательнее, заранее готовимся, запрашиваем все. Да, но желательно, прежде всего, как юристы, мы всегда говорим договор, договор, договор. Потому что, естественно, туризм, он регламентирован правовыми отношениями. Это, в первую очередь, это гражданский кодекс, потом закон прав о защите потребителей, да, и правила о туризме и оказании услуг, которые оказывают по туризму. Поэтому везде и также гражданским кодексом, согласно статье 395, договор, публичная оферта, то есть он должен существовать у каждого предпринимателя, тот, который оказывает туристические услуги. Поэтому уважаемые казахстанцы должны, как бы, чтобы предостеречь себя от дальнейших таких неприятностей, просить договора от каждого исполняющего свои услуги по туризму. А если бывают и такие случаи, если договор не составлен правильно, и он вообще не имеет никакой силы, то в последующем я узнаю, что я деньги не могу вернуть. В каких случаях я могу требовать возвращения денежных средств? И возможно ли вообще это сделать?
Но это нужно смотреть с юридической точки зрения, какие там услуги, какие там предусмотрены существенные условия договора сами. Изначально же, конечно же, когда вы будете перед тем, как подписывать договор, нужно будет обращать на это внимание, чтобы были вот эти факты именно важные для вас, да, то есть дата прибытия, когда вы отбываете, будет ли транспорт вас забирать с места, да, например, там во сколько часов и так далее, это должно быть все прописано в договоре. Если же данные условия все будут грамотно прописаны в договоре, соответственно, вы свои права потом в судебном порядке, либо в каком-либо образе вы сможете защитить на все 100%. Спасибо за информацию и вам хорошего отдыха, если вы в этом году планируете летом выезжать в отпуск. Это была Жанна Аркиндербаева, юрист-медиатор, член юридической палаты «Замгер» этим утром. Мы продолжаем. Тимур, знаешь, мы поговорили об отпуске, но на самом деле часть казахстанцев сейчас планирует отпуск, а вот есть часть, которая даже не знает, как проживет ближайший месяц, то есть где. Совсем не до этого, да. Как раз таки речь о тех, кто пострадал от паводков. К строительству домов для дачников, пострадавших от наводнения, приступили в Уральске. Новое жилье возводят в 3 микрорайонах города. В планах возвести 450 домов. На строительной площадке побывала наша коллега Альбина Кумаргалиева. Давай узнаем у нее подробности. Вот уже месяц в Уральске жилищный бум на рынке недвижимости. Пострадавшим от паводка дачникам, чьи постройки были единственным жильем, выкупают новые квартиры. Новоселье отметили уже 640 семей. Телецентр. 10 лет жили в садовом товариществе в районе телецентра. После наводнения наш дом признали непригодным для дальнейшего проживания. Сегодня у нас счастливый день. Мы получили новую квартиру. Спасибо за поддержку и внимание. Две недели назад в областном центре развернули большую стройку. Ее ведут на 3 площадках города. Микрорайон Жулдыз, пригородные села Зачаганск и Деркул. Там до конца лета возведут 450 типовых домов площадью 80 квадратных метров каждый. Строительные работы в поселке Деркул идут полным ходом. Только по этой улице подрядчик построит 44 дома. Сейчас рабочие заливают фундамент, а потом приступят к поднятию стен. Работают 9 бригад. Сроки сжатые, поэтому полностью завершить строительство планируем в августе. Стройматериалы все в наличии. Рабочих сил и техники хватает. Привлекаем к стройке людей из числа местных жителей. Обеспечить жилье местные власти обещают в общей сложности 3000 семей. Если учитывать первичный рынок, вторичный рынок, а также учитывать те дома, которые мы сейчас частные дома устроим в микрорайонах Жулдыз, ПДП-1, ПДП-2 на Деркуле, а также поселке Зачаганск, мы ориентировочно охватим 1600 домов, домов и квартир. Но нам еще необходимо около 1400 квартир. Соответственно, мы рассчитываем делать основной упор на 1400 домов и квартир именно на вторичный рынок. Потому что мы первичными полностью уже рассортировали, полностью уже отобрали. В целом в 5 районах и областном центре для пострадавших от паводков построят 851 дом. Обеспечить жильем помогут за счет фонда «Казахстан Халкына», компании недропользователей и крупного бизнеса. Альбина Кумаргалиева, Ербол Мендегалиев, Булат Джарлагасов, 24KZ, Уральск. Государство помогает казахстанцам в том числе не только возводя дома после паводков, но и адресной социальной помощи. Получателей как раз таки такой помощи стало меньше на 31% тем временем. Если в 2023 их насчитывалось больше 500 000, то сейчас более 350 тысяч человек. С начала года в общей сумме им выплатили 18 миллиардов тенге. Адресная социальная помощь – это особый вид государственной поддержки семей, которые оказались в сложном и материальном положении. Кому и как назначается АСП, подробнее узнавала наша коллега, экономический обозреватель Сабина Балашкина. Доброе утро. Сабина, доброе утро. В вашей рубрике «Первая цифра» мы хотим узнать подробнее, почему все-таки сократился список и люди стали получать меньше. Коллеги, доброе утро. Об этом расскажу буквально через несколько минут. А сейчас хочу отметить, что получатели АСП – это те, чей ежемесячный доход на каждого члена семьи ниже черты бедности. По данным Минтруда, самый высокий порог бедности на сегодня в Мангистауской области – 41 тысяча. Самый низкий в Актюбинской – 30 тысяч тенге.
Больше 350 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь с начала года. Всего им выплатили свыше 18 миллиардов тенге. В списке получателей – одинокие люди, малообеспеченные семьи, кандасы и лица без гражданства, живущие за чертой бедности, то есть доход которых не выше 70% от размера регионального прожиточного минимума. При этом надо отметить, что ее размер может меняться раз в 3 месяца. При расчете общего дохода семьи учитывают разные виды денежных поступлений. Зарплата, социальные выплаты, алименты, прибыль от предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства. Почти все, кроме пособий и других поступлений. По данным Министерства труда и соцзащиты населения, получателей адресной социальной помощи стало меньше на 31%. Почему, рассказала главный эксперт департамент соцпомощи ведомства Айгуль Апенова. Получатели адресной социальной помощи мы привлекаем в активные формы содействия занятости, то есть трудоустраиваем на постоянную работу, на временную работу, то есть это временная работа, это общественная работа, социальные рабочие места, молодежная практика и обучение, переобучение, переподготовка. За счет этого сокращается количество получателей адресной социальной помощи. То есть доход семьи увеличивается, в связи с этим количество получателей уменьшается. Далее разберем, как стать получателем АСП и кому вообще могут отказать. Написать заявление достаточно одному члену семьи. Подать его можно через веб-портал электронного правительства, либо центр занятости по месту жительства, а в сельской местности через акимат. И одно из условий. Заявителю нужно дать согласие на то, чтобы комиссия смогла изучить материальное положение семьи. Процедура обследования проводится в течение 7 дней. После комиссия выносит заключение. Отказ в назначении АСП можно получить в ряде случаев. Например, если семья имеет не одну квартиру, больше одного автомобиля или сдает в аренду помещение, земельный участок, которые приносят прибыль. Собеседование с членами семьи проходит в центре занятости. Окончательное решение о назначении помощи или отказе в ней принимает уполномоченный орган. Получатели АСП – это те, чей ежемесячный доход на каждого члена семьи ниже черты бедности. По данным Минтруда, самый высокий порог бедности на сегодня в Мангистауской области – 41 тысяча. Самый низкий – в Актюбинской – 30 тысяч тенге. А вот как исчисляется размер АСП? Главный эксперт департамента соцпомощи Министерства труда и соцзащиты населения Айгуль Апенова привела пример. Размер адресной социальной помощи – это зависит от среднедушевого дохода семьи и размера черты бедности. Например, если в семье среднедушевой доход семьи на сегодняшний день составил 40 тысяч, а размер черты бедности – 30 тысяч, вот эта разница 10 тысяч – это и будет размер адресной социальной помощи. С начала года больше 250 тысяч казахстанцев получили смс-уведомление с предложением получить госуслуги в проактивном формате. Согласием на это сообщение ответили 115 тысяч человек, после чего пособие или социальную выплату им назначили автоматически. Пособия назначаются таким образом при помощи цифровой карты семьи. Система определяет нуждающихся в какой-либо помощи казахстанцев. Она аккумулирует сведения из разных госорганов, место жительства, число детей, доходы, выплаты в пенсионную систему, ОСМС и другие данные. На сегодня в ней содержится информация о 20 миллионах граждан или более 6 миллионов семей. Без подачи обращения казахстанцы могут оформить 10 видов пособий и социальных выплат. Например, в случае утраты трудоспособности или потери работы. Система автоматически отправляет СМС-уведомление на мобильный номер потенциальным претендентам. Например, если подошло время оформление пенсии, истек срок продления статуса кандас. Безработным поступает сообщение с вариантами найти работу или пройти бесплатное обучение. Отмечу, на выплату адресной социальной помощи в этом году бюджетом предусмотрено больше 60 миллиардов тенге. Коллеги, на этом у меня все. Прощаюсь с вами. Благодарим за информацию, Сабин. Что ж, можно здесь понять, количество получателей АСП уменьшилось, но это и в принципе, к счастью, потому что хорошо, да. Люди трудоустраиваются и люди начинают жить лучше. Спасибо. Спасибо за информацию. Это была наша коллега, экономический обозреватель Сабина Балашкина и ее первая цифра. Мы продолжаем.
Сейчас в Кызылординскую область. Там продолжается газификация сельских населенных пунктов. В этом году на эти цели в регионе потратят свыше 4 миллиардов тенге. Здесь наметили реализацию ряда масштабных проектов, в их числе газификация Кармакшинского района. На сегодняшний день здесь к природному газу подключили свыше 4000 жилых домов, социальные и предпринимательские объекты. Начинается строительство газопровода и внутриквартальной газовой сети в селе Дур-Онгар. Возобновили работы по газификации поселка Туритам. К природному газу его должны подключить еще в прошлом году, но по вине подрядной организации сроки реализации проекта сдвинулись. Подрядчики не смогли организовать рабочий процесс должным образом. Недочеты выявили и приняли меры к их устранению. Сейчас работы по газификации поселка Туритам возобновили. Поэтапно подключаем жилые дома к природному топливу. Знаешь, про пару отпусков мы проговорили. Сезон выпускников также параллельно. Школьники сдают ЕНТ, окончили учебный год, но... Подрядчики приступили уже к постройке новых школ. И представляешь, есть, оказывается, регионы в Казахстане до сих пор, которые используют, эксплуатируют школы, построенные в 30-40-х годах. Это как понять? А вот сейчас мы узнаем. 10 школ строят в Восточно-Казахстанской области. Их откроют в Усть-Каменогорске, Риддере и Шаманайхе, где еще эксплуатируют здания, построенные в 30-х и 1940-х годах прошлого века. Для удобства жителей региона учебные заведения возводят в жилых микрорайонах, причем школьный строительный бум набирает обороты во всем Казахстане. По данным Министерства просвещения, в ближайшие 2 года в городах и районах страны достроят 369 школ на 740 тысяч ученических мест, а в 2026-м и вовсе ликвидируют их нехватку. Две школы уже в этом году достроят в Усть-Каменогорске. Город разросся до 400 тысяч жителей. И в новых микрорайонах уже переполнены учебные заведения, построенные в прошлом веке. Вот уже несколько лет в Усть-Каменогорске идет большая стройка, только в левобережной части города. В этом году в новостройке заселят больше 6 тысяч местных жителей. И, конечно же, для удобства горожан строятся комфортные школы и детские площадки. Девочка, здравствуй. Здравствуйте. В каком классе ты учишься? В третьем. Хочешь в новую школу пойти, которая рядом откроется? Конечно. Почему? Она очень рядом с домом, и рано утром не нужно просыпаться. В новые высотки, как правило, заезжают большими семьями. Серик Шейзадаулы пристально следит за соседней стройкой. Рядом достраивают школу, куда пойдут его внуки. Мы хотим поскорее закончить эту школу. Потом школа, и скоро вот внук пойдет на нулевой. До следующего. Директор школы Адиль Сайлоубек тоже ждет расширения. Уверен, что с большей квадратурой улучшится и качество образовательного процесса. Будет возможность разместить кабинеты для прикладных предметов, той же робототехники. Школы в новых микрорайонах серьезно заполнены. Родители возят детей в другой конец города. Эти неудобства тоже влияют на учебный процесс, который мы хотим сделать лучше. Поэтому школьное строительство на Востоке разворачивают внутри жилых районов. Педагоги напрямую контролируют ход строительных работ и предлагают варианты оснащения зданий будущих учебных заведений. Их сдадут в эксплуатацию под ключ. Действительно, вот те жилые комплексы, которые строятся, сейчас у нас возникла проблема с переполненностью школ именно в этом районе. Мы высказываем свое мнение о том, чтобы действительно школа, которая называется комфортная, она соответствовала этому слову. По прогнозам аналитиков Министерства просвещения, к 2026 году действующие школы могут не вместить поток первоклассников, и дефицит ученических мест может вырасти почти в 5 раз. Поэтому уже сейчас набирает обороты школьный строительный бум. В 2025 году в масштабах страны откроют 369 школ. В национальный образовательный проект инвестируют больше 2 триллионов тенге бюджетных средств. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, 24KZ. Да, еще раз повторим, что массово застраивают как раз-таки все регионы Казахстана и к определенному времени ликвидируют вопрос нехватки мест. Но пока в Казахстане ведется одна работа, и также параллельно масштабно решают проблему с мошкарой, с саранчой и комарами. Я сейчас про запад Казахстана, я оттуда. А вы из Костанайской области? Да. Как у вас этой проблемой? Масштабного нашествия комаров и мошек никогда я не наблюдал, конечно, где я жил. Но вот в Петропавловске сейчас наблюдается такое нашествие, где скверы и парки обрабатывают.
зарабатывают от комаров и мошек. Горожане заметили, что насекомых в этом году стало намного больше. Причина в весеннем паводке, объясняют специалисты. Почти месяц шесть микрорайонов города оставались в воде. После ее спада специалисты начали обрабатывать эти территории дезинсекцией и дератизацией. Помещений и дворов проходили в несколько этапов. Напомню, подтопленными этой весной оказались больше 2000 домов областного центра. Уже обработалось 900 гектаров, было выделено 36 миллионов тенге. Помимо этого обрабатываются и скверы, парки на ежегодной основе, и места, где больше скопления людей. Все работы проводятся в ночное время. И сейчас специалисты первую часть работы уже завершили, они сейчас наблюдают, и после этого уже будут повторные работы проводиться. Также и в подтопленных районах, также и по городу. Другим новостям. Каждую минуту 24 человека покидают родные места из-за войн, преследования или страха за свою жизнь. Такие данные приводят в Организации Объединенных Наций. И сегодня мир отмечает Всемирный день беженцев. Его учредители резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 году реализовали этот проект и отмечать начали с 2001 года. К эфиру присоединяется наша коллега, международный обозреватель Жанна Хусаинова. Жанна, насколько велики масштабы проблемы? Коллеги, я думаю, мы поймем масштаб проблемы, если я скажу, что только за прошлый год показатель увеличился сразу на 8 миллионов человек. Причина – продолжающиеся кризисы и новые конфликты. Обо всем подробнее расскажу в обзоре. Больше 120 миллионов человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома. С каждым годом показатель лишь увеличивается. Такие данные приводит агентство ООН по делам беженцев. Среди них 62 миллиона внутренние перемещенные лица. Это те, кто не пересекал международную границу, но переместились в другой регион своей страны проживания. Из этого числа почти 30% пришлось на Судан и 17% на сектор Газа. Причиной послужили конфликты, преследования, насилие, нарушение прав человека и другие события, подрывающие общественный порядок. Если не произойдет сдвиг в международной геополитике, к сожалению, по моим подсчетам, цифра продолжит расти. Даже если в мире не произойдут новые конфликты, есть неразрешенность старых. И это означает, что число беженцев также увеличится. К конфликтам, которые привели к масштабному перемещению населения, относится война в Судане. Филиппо Гранди назвал его одним из самых катастрофических. Бои между армией и силами быстрого реагирования вспыхнули там в апреле прошлого года. Боевые действия нанесли огромный ущерб инфраструктуре, общественным объектам и жилым домам. За год более 8,5 миллионов суданцев были вынуждены бежать. Судан опустошен войной, но он также является домом для самого большого числа внутренне перемещенных лиц в мире – почти 10 миллионов. Еще 2 миллиона человек уже бежали в соседние страны. В результате бомбардировок и наземной операции в секторе Газа около 1,7 миллиона человек, а это почти 80% населения анклава, стали вынужденными переселенцами, причем многие из них неоднократно. Вот что на этот счет говорит представитель гуманитарной организации. Ситуация в Газе стремительно ухудшается, особенно за последние недели. Военные действия и другие враждебные акты охватили весь сектор, делая работу гуманитарных организаций крайне затруднительной. Не говоря о том, что они находятся под защитой международного гуманитарного права, работники все равно не могут безопасно и свободно передвигаться. За прошлый год около 90% перемещений, связанные с конфликтами и гуманитарными кризисами в Афганистане, Демократической Республике Конго, Латинской Америке, Мьянме, Судане и Украине.
Одним из резонансных кейсов в отношении беженцев стал британский закон об отправке иммигрантов-соискателей убежища в Руанду. После долгих дебатов Верхняя палата парламента Великобритании приняла скандальный законопроект. Инициатива вызвала шквал критики в британском обществе и странах ЕС. В 2022 году первый авиарейс, на котором британские власти хотели выслать в Руанду 30 нелегальных мигрантов, отменили в последний момент из-за постановления Европейского суда по правам человека. Однако теперь все нелегалы будут высылаться авиарейсами в восточноафриканскую страну. Уже там они смогут запросить убежище. С помощью этих мер правительство хочет перекрыть поток нелегальной миграции через опасный пролив Ла-Манш. За последние два года в Британию незаконно проникли больше 76 тысяч человек. В основном это беженцы из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Планы уже составлены. Первые полеты начнутся в июле. Именно так мы сможем создать средства, препятствующие тысячам лодок. И именно так мы собираемся разорвать порочный круг. В этот день, 20 июня, людей призывают отдать дань уважения, силе, мужеству и стойкости людей, которые были вынуждены покинуть свой дом, спасаясь от конфликтов или преследований. Ежегодно Организация Объединенных Наций определяет лучшего защитника прав и свобод беженцев и отмечает его заслуги специальной наградой премии Нансена. Коллеги, на этом у меня все. Такой день сегодня, мы его осветили и будем следить за дальнейшими событиями и положением беженцев во всем мире. Благодарим за информацию, Жанна. У нас есть как раз продолжение этой темы. А это была наша коллега, международный обозреватель Жанна Хусаинова. Продолжим тему о беженцах. Почти 900 мигрантов за сутки пересекли пролив Ла-Манш и прибыли в Великобританию. Это самое большое число нелегалов, попавших в Соединенное Королевство с начала года. По данным Министерства внутренних дел страны, мигранты использовали 15 надувных лодок. В каждой из них находились в среднем по 59 человек. Отмечу, всего с начала 2024 года число людей, которые нелегально пересекли Ла-Манш, превысило 12 тысяч. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года. ЧС национального масштаба объявили в Южной Корее на фоне демографического кризиса. В стране зафиксировали рекордное падение рождаемости в прошлом году. Число новорожденных там сократилось почти на 8%. Чтобы не допустить скатывания в демографическую яму, власти планируют активизировать ряд комплексных мер, а именно ввести для сотрудников гибкий график на работе, улучшить систему поддержки ухода за ребенком, а также обеспечить население доступным жильем, в частности, работодателям предоставят субсидии для найма временных работников вместо коллег, вышедших в декрет. А семьи с детьми смогут претендовать на льготную ипотеку и налоговые послабления. Между тем, нежелание иметь детей местные жители объясняют экономической неопределенностью. Среди таких факторов высокие цены на жилье и дорогое образование. Производитель графических процессоров NVIDIA стал самой дорогой публичной компанией в мире. Рыночная капитализация корпорации составила 3 триллиона 340 миллионов долларов. За 5 лет цена выросла в 35 раз. Таким образом, техногигант обошел Microsoft и Apple. По данным фондовых индексов, за 2023 год акции фирмы прибавили 174%. Такого успеха предприятие добилось благодаря развитию сектора искусственного интеллекта. Речь идет о производстве чипов и оборудования для обслуживания серверов ИИ, подчеркивают аналитики. По их прогнозам, рыночная стоимость NVIDIA пройдет отметку в 4 триллиона долларов уже к концу года и в 5 триллионов в 2025 году. Но эксперты рынка предупреждают о возможных рисках коррекции цены в случае замедления глобальных инвестиций в сферу искусственного интеллекта. Это утро 24KZ. Мы в прямом эфире продолжаем. Археологи Северо-Казахстанской области обнаружили кости животных в уникальных древних конструкциях. Назначение самих строений ученые еще не выяснили. Эксперты предполагают, что наткнулись на сооружения времен Средневековья, в которых плавили металл. 20-й полевой сезон археологической экспедиции на городище Ак-Ирей подарил ученым новые находки. Прикоснуться к тайнам истории смог и студент Тимур Канатов. В этом году он вернулся на раскопки и продолжил работу. На расчистке нашли скелет теленка,
Мы его так ласково называем Гаврюша. То есть мы его раскопали, по коробкам расфасовали. Потом пошли сейчас на конструкции, пошли кости. То есть предполагаем, что это кости жеребенка. Уникальное поселение древних людей – самое северное городище сакского периода на территории Казахстана. Ранее здесь обнаружили предметы быта и фрагменты утвари, а затем и две одинаковые конструкции, назначение которых доподлинно неизвестно. Я предполагаю, что это, скорее всего, какие-то рудоплавильные, скажем так, дела. А почему кости животных на рудоплавильных? А вот это вот интересно. Ну, мы думаем, что это, вероятно, связано с какими-то ритуальными событиями, когда уже эти конструкции, скажем так, прекратили использовать по назначению, и потом уже там захоронили животных. А, вот так. Но это одна из теорий. Пока не докопаем до конца, мы не сможем понять, что это такое. А копать, по мнению археологов, придется еще минимум на 1,5 метра в глубину. Как древние люди использовали эти загадочные строения, ученым еще предстоит разобраться, но уже не в этом сезоне. Мы сейчас не можем говорить о датировке. Судя по кирпичам, вероятнее всего, это где-то средневековье. Но мы уже видим и шлак. Шлак говорит обычно о производстве металла. Но мы видим здесь и животных. Вот, вероятно, вполне возможно, это было двойное назначение и металл, и, значит, здесь же коптили мясо, причем в больших, похожих количествах. Уникальный опыт работы с древними артефактами здесь получают студенты-историки. В полевом лагере изучают звездное небо и будущие астрофизики. Наталья Волкова, Коныш Казбеков, Североказахстанская область, 24KZ. А сейчас к культурным новостям. Спектакль «Арканы судьбы» представили на сцене театра «Астана-балет». В основе сюжета – символика карт Таро. Необычный балет полюбился не только отечественному зрителю. Его также представляли на гастролях в Швейцарии. В этом театральном сезоне хореографию спектакля поставила Мукарам Авахри на музыку и либретто Карины Абдуллиной. Магия карт в движении. «Арканы судьбы» — это балет по мистическим мотивам Таро. Спектакль предлагает не просто историю, а целую галерею символов и образов, оживающих на сцене. Постановка включает 22 главных аркана Таро, которые превращаются в персонажи балета с настоящими чертами характеров и человеческими качествами. К примеру, образ иллюзии и мистической воли передает персонаж мага. Для балетной труппы это один из самых необычных спектаклей из репертуара театра. Эта тема тоже очень интересная и необычная для балета. Я никогда не встречала и не слышала, чтобы где-то существовал балет на эту тему. Интересен был тот момент, каким образом можно изобразить, да, это в хореографическом спектакле. Каждая карта имеет свою музыкальную тему. Карина Абдуллина – автор не только музыки, но и либретто спектакля, который раскрывает многогранную картину карточного мира. Каждый раз я ощущаю свою роль по-новому. Моя карта – смерть, но она не означает предстоящую трагедию. Она говорит о больших переменах. В музыке это тоже ощущается. Я исполнял партию с премьеры, и ее создавали для меня. Поэтому мне она особенно нравится. Хореография Мукарам Авахри представлена в комбинации модерна и классического танцев. Партия каждой карты обрамлена продуманным сюжетом – вступление, кульминация и развязка. А их переход между собой символизирует цикличность жизни. Этот спектакль, однако, выбивается из общей темы ее основных работ. В нем нет сюжета, это такие хореографические образы, характеры, скажем так. И я думаю, что каждый человек, наблюдая за этим калейдоскопом образов, может где-то узнать себя, да, выбрать, кто из персонажей ему ближе, как ему кажется, где-то найти параллели и схожести. Вновь представленный спектакль объединяет мистику и хореографию, предлагая зрителям ознакомиться с миром, где каждое движение рассказывает свою историю и раскрывает тайны карт Таро. Тамира Зибеляудиас, Кувламбаев, 24KZ.
Сборная Швейцарии лишила себя досрочного выхода в плей-офф на Евро-2024. Подопечные Мурата Якинена не смогли выявить победителя в матче с командой Шотландии. Встреча в рамках группы А прошла в Кёльне и завершилась со счетом 1-1 к эфиру. Прямо сейчас к эфиру присоединяется наш коллега, спортивный обозреватель Алишер Накипов. Алишер, а как прошли другие игры второго тура? Мы знаем, вы прям очень тщательно следите за событиями, главными событиями мира. Приветствую, коллеги. Сборные Хорватии и Албании открыли программу второго тура на групповом этапе. Встреча группы B в Гамбурге завершилась сенсационной ничьей со счетом 2-2. Примечательно, что Албания спаслась от второго поражения аж на 95-й минуте. Напомню, в первом туре хорваты разгромно уступили сборной Испании со счетом 0-3, а албанцы дали бой итальянцам, уступив со счетом 1-2. В заключительном туре Хорватия 24 июня сыграет в Лейпциге с Италией, а Албания и Испания в этот день встретятся в Дюссельдорфе. Национальная сборная Казахстана по фехтованию примет участие в последнем предолимпийском турнире чемпионате Азии в Кувейте. Вчера у казахстанских мушкетеров завершился учебно-тренировочный сбор в Алматы, который они проводили совместно с командами Гонконга и Кыргызстана. Честь Казахстана на континентальном первенстве представят обладатели олимпийских лицензий, шпажисты Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов и Саблиска Айгири. Сарыбай. Континентальное первенство стартует 22 июня. Первыми в битву вступят спортсмены, выступающие в шпаге и сабле. Конечно, есть фавориты. Это, как я говорил, это казахи в первую очередь, потом Казахстан и мы. Да? На самом деле, просто есть, например, опытнее. Например, мы командой впервые едем на Олимпиаду, а до нас, например, Япония, они заняли первое место, Франция, они были там, то есть, и несколько раз. То есть, есть какие-то ведущие страны, конечно же, но это не факт того, что они там выступят лучше. Что ж, коллеги, в завершение хотел бы сказать о том, что внушительная делегация наших фехтовальщиков отправится в Париж, и очень надеемся на то, что они смогут завоевать нам медаль. Ну, мы, как всегда, будем болеть за наших спортсменов и желать им победы. Спасибо за информацию. Это был наш коллега, спортивный обозреватель Алишер Накипов со своей рубрикой «Спортлайф». А в студии для вас работали Лунара Бекбусинова и Тимур Сапар. Это было «Утро 24 KZ». Удачного дня. Передаем слово коллегам.